Всем привет! Благодаря современным технологиям у каждого из нас есть возможность получать информацию от специалиста в любой сфере знаний. Для этого вам нужен смартфон, планшет или компьютер, время, терпение и, конечно же, желание научиться чему-то новому. Сегодня мы вам расскажем о 9 сайтах для самообразования. В современном мире знание иностранного языка является чуть ли не главным пунктом в любой деятельности. Duolingo. Бесплатная платформа для изучения английского, немецкого, французского и испанского языков. Обучение начинается со снов. Duolingo предлагает многочисленные письменные уроки и диктанты, однако разговорным навыкам уделяется меньше внимания. На платформе есть игровое дерево навыков, по которому продвигаются пользователи, словарный раздел, где можно практиковать уже изученные слова. Сейчас практически любая деятельность не обходится без использования компьютера или ноутбука. Для быстрой печати на клавиатуре мы рекомендуем вам бесплатный тренажер «Все 10». Он позволяет увеличить скорость печати текста вслепую с помощью всех 10 пальцев. Чтобы научиться быстро печатать, сайт предлагает свой подход. Он основан на тренировке мышечной памяти. А чтобы вам было интереснее и веселее, можно создать свою группу и соревноваться в скорости печати вместе с друзьями. Иностранный язык мы выучили, печатать быстро научились. Теперь можно зайти на онлайн-университет нетологии и освоить некоторые интернет-профессии. На сайте представлены как платные, так и бесплатные курсы, которые может пройти каждый. Вся программа разбита на 4 больших блока – маркетинг, управление проектами, дизайн и программирование. Преподаватели онлайн-университета – это ведущие эксперты, владельцы компаний, известные бизнес-тренеры и практики. Нетология ведет свою деятельность на основе государственной лицензии. Выпускники получают официальный документ установленного образца, удостоверение повышения квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. А вы поверите, если мы вам скажем, что рисовать можно научиться всего за 30 дней? Для этого всего лишь нужно зайти на онлайн-платформу WebPaint. По словам создателей блога, если уделять рисованию всего 20 минут в день, то уже через месяц вы научитесь создавать удивительные изображения. На платформе представлены различные курсы и уроки по рисованию. В теоретической части даны советы по изучению простых форм, теней, перспективе, выбору инструмента и материалов для творчества. Кстати, опытные художники также найдут на сайте много для развития своих навыков. Диафрагма, светочувствительность, выдержка. Эти слова кажутся вам такими знакомыми, но непонятными? Тогда этот сайт для вас, фотолюбители. Проект Free Photo Help предназначен для тех, кто осваивает фотоискусство и обработку Photoshop с нуля. Онлайн-школа Free Photo Help – это основа фотографии для начинающих. Авторы подскажут, как выбрать объектив, проверить технику прямо в магазине, сделать фотостудию дома. В советах фотографу есть виртуальный симулятор фотоаппарата с полным описанием составляющих камеры. Для внимательных посетителей в материалах спрятали код. Найдете, сможете бесплатно скачать полезные книги. Переходим к следующему сайту. Арзамас. Проект по гуманитарным наукам и истории культуры. Проект включает в себе несколько способов подачи информации. Курсы, статьи в журнале, подкасты и ликбезы. На сайте представлены видео и аудио лекции от 15 минут и более. Каждому уроку прикреплены дополнительные материалы, которые включают в себя статьи и тестовые задания. Если хотите немного отвлечься, проект предлагает почитать журнал, в котором собрана информация на различные темы. А еще можно скачать радио Арзамас и слушать лекции и подкасты вне дома. Идем дальше. Курсера. Портал, который предлагает курсы по различным направлениям. Онлайн-обучение осуществляется по 170 специализациям. Продолжительность обучения примерно от 6 до 10 недель. Курсы содержат задания, еженедельные упражнения, иногда заключительный проект или экзамен. Все программы бесплатные, но при желании получить сертификат, который подтверждает прохождение курса, придется заплатить. Обучение ведется на английском, русском и других языках. Многие видео дополнены субтитрами. На сегодняшний день на портале представлены курсы от 190 ведущих компаний и университетов мира. Теперь информация для тех, кто увлекается музыкой. С помощью сайта Music Theory вы узнаете, что такое нотная грамота, лад, аккорды и интервал. Сайт представляет собой как теоретическую, так и практическую часть. Лекции представлены в виде текста, однако сопровождаются множеством звуковых примеров. Кроме того, вы сразу можете проверить свои знания с помощью музыкальных тестов. Также к вашим услугам виртуальные музыкальные инструменты, на которых вы можете потренироваться. Увлекаетесь наукой?
тогда эта онлайн-платформа предназначена для вас. Постнаука освещает актуальные теории, идеи и концепции в различных областях знаний. В проекте опубликованы материалы от 800 ученых из разных исследовательских областей, в том числе от нобелевских лауреатов и представителей зарубежной науки. На сайте представлены статьи, видео и курсы по 15 темам, таким как астрономия, культура, языкознание, психология и другие. Каждое направление включает до 1000 публикаций для ознакомления. Кроме этого, можно проходить тесты и смотреть видео. На этом все. Надеемся, наша подборка была для вас интересной и полезной. Напишите в комментарии, какой сайт приглянулся вам больше. Всем пока!